последний день занятий у психологической школы при факультете психологии МГУ, когда они уже прошли курс, когда они уже прослушали лекции о социальной психологии, о том, кто такой Милгрэм, какие городские эксперименты были им поставлены. Им предлагается самим попробовать такие эксперименты испытать на себе. Более серьезные, самые, наверное, интересные, это все-таки с толпой зевак. Мы стояли небольшой группой людей и смотрели в определенную точку. И проходящие мимо люди должны были как-то отреагировать. Некоторые останавливались, кто-то проходил мимо. Наша задача была остановить хоть какого-нибудь человека и заинтересовать его в том, чем мы здесь занимаемся. Сегодня я была вором. Мы вчетвером с ребятами инсценировали такой эксперимент, как эффект свидетеля. Собственно, мы стояли на выходе из ТЦ и пытались посмотреть за тем, как реагируют люди на воровство. К сожалению, эксперимент провалился. Никто нас ни разу не остановил, и все в таком роде. Сегодня я просто играла на гитаре, сидя даже на тротуаре, и пела людям песни. Суть в том, чтобы понять, как люди реагируют на музыкантов в целом. Просто подходим, и если человек идет на контакт, мы его обнимаем. Мы хотим привнести в мир как можно больше тепла. И как бы людям бывает, что некоторым не хватает объятий, каких-то нежностей. И пусть даже с незнакомым человеком, но это все равно приятно. Действительно много людей готовы. Где-то уже больше 30, наверное, 30, может, или 25, вот так где-то. Очень много хороших эмоций, странных эмоций. За людьми было забавно наблюдать, потому что проходят, некоторые не понимают, некоторые рады. Все очень смешано, но я счастлива. Возможно, у нас, конечно, 1 апреля спасает, но люди, очень многие радуются тому, что мы приходим, тому, что мы обнимаем их. Сегодняшнее занятие – это как раз-таки попытка показать детям, что вот она, психология, и она даже на улицах тоже есть. Цель психологической школы, она в этом и состоит – продвигать в массы научную психологию, а не психологию журналов, гороскопы и так далее. Психология, она начинается с простых вещей, ни с каких, ни со сложных техник.